6 месяцев переговоров, полгода обсуждения деталей, контракта и графика поставок, и вот, наконец, договор заключен. Он бесспорно станет большим шагом в экономическом развитии не только отдельно взятой компании Pure Production, но и всего экономического блока нашей республики в целом. Первая поставка экспортной продукции в Азербайджан уже не за горами. В январе 2019 года планируется первая поставка. На первоначальном этапе мы планируем достижение минимального объема в размере 500 тысяч долларов с последующим увеличением до 2-3 миллионов долларов. Азербайджанская компания, подписавшая договор, является филиалом крупного российского предприятия. К слову, нынешнее соглашение недолго будет единственным в истории деловых отношений Азербайджана и Карачаево-Черкесии. Стороны планируют подписание еще нескольких контрактов. Одни из первых наших импортных контрактов осуществляются на данный момент посредством поддержки правительства Карачаево-Черкесии. Мы вот подписали данный контракт с Денисом. Также мы рассчитываем в ближайшее время подписать второй контракт, также с карачаевской компанией. Стоит отметить, что начало деловых отношений Карачаево-Черкесии с Азербайджаном было положено на 9-м Азербайджано-Российском межрегиональном форуме. Наши предприниматели отправились туда при содействии Республиканского центра поддержки экспорта. В рамках майского указа президента страны, который нам сегодня говорит увеличивать объем экспортной продукции, производимой на территории страны. То есть мы как раз идем в этом тренде. И сегодняшний вот этот контракт, который мы подписали, я думаю, это первая ласточка такая для достижения показателя, который перед нами ставит руководство страны и руководство республики. В дальнейшем и Центр поддержки предпринимательства, и Центр поддержки экспорта планируют развивать направление бизнеса по всем отраслям, по всем направлениям, и мы знаем и будем все делать для того, чтобы подобные мероприятия стали плановыми для наших предпринимателей. Помимо подписанного соглашения, в ходе своей бизнес-миссии делегация из Азербайджана проведет несколько встреч с руководством экспортно-ориентированных предприятий нашего региона, что может стать катализатором дальнейшего развития внешнеэкономической торговли между нашими странами. Мадина Лайпанова, Эмиль Маркарян, Архыз 24.